Для конкурса «Лабиринт.ру» дети читают стихи. Автор Тихонин Сергей. Что за радостное чудо? Он вещает мне мой баран. Может, мне подарок купят? Может, что-нибудь вручат? Это чудо непростое, невозможно осчастать. Но о этом чуде можно нашей церкви рассказать. Рано утром на рассвете Иисус Христос воскрес. Славьте взрослые дети, славьте ангелы с небес, славьте все поля и горы, океаны и моря. Все сегодня прославляют воскресение царя.